Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутом Балда. Мы сегодня начнем прохождение игры ARK Survival. Да, я знаю, вы многие этого ждали. Но, как вы видите, я тут уже немножко обустроился, но чтобы не бомжевать. Сегодня, я думаю, что надо бы мне сегодня будет сделать одежду какую-нибудь, обновить инвентарь хотя бы, но... И Додо можешь прокачать надо. Так, мы тебе здоровье прокачаем. Додо — это хорошая штука. Ну, вообще так, в общем. Так. Мне надо одежда. Чтоб мне сделать одежду, ну, у меня 69 уровень, да, я вот так вот бомжу, прикиньте. Да, это тоже раньше играл на этом сервере. Так. Чтобы мне сделать... из одежды. Может быть, что-нибудь попроще сделаем? Не проще. Вот тут вот кожа нужна. Короче, надо бы сходить на охоту. Ну, кого бы мне прибить? Блин, уже тут кругами хожу, вообще никакой жрачки нет. Даже в этом грёбаном лесу. Может быть, волокно пособираем? Это просто... жопа какая-то, вообще жрачки нет. А да, кстати, надо поохотиться, потому что если что, сейчас это жопа будет. Мяса-то нет. Вообще мяса нет. А надо что-то нам пожрать с вами, в конце-то концов. Диморфодон какой-то тут у нас, может быть, тебя я крякну, а? Диморфодон. О, давай еще. Ты забаговал, он забаговал. Где? А ты скотина. Ну нафиг. Все, пацаны, в воду, бегом, бегом. Вот тут вот он хрен достанет. О, точно! Можно жить рыбку поймать. Ну, чтоб покушать. Отлично, рыбка вроде есть. Хорошо, что рыба у нас есть. Но, блин, мне нужна кожа еще. Рыбку поймала, кожа. Найти бы... Ух, трайк какой здоровый там. Так. А, вот и моя кожа. Блин, вот бы тут только пираньи не было. Вроде... у боберта. А может быть, я вот еще не устырю? Эй, бобер, бобер, ты че? Ёлка-ломане! Спасите! Дикие бобры! Мать его, что делать? Зажрут же нахрен. Быстрей, быстрей, чувак. Давай быстрей. Так. Вот бобры, а. Не, я еще вернусь. Беги, мужик, беги. Бобры там сзади не отстают. Бля, мне пизда. Бобры. Блядь. Сука! Нет, я не хочу умирать! Нет, ебучий бобер, сука! Нет, я не хочу умирать! Иди нахер, иди нахер, сука! Ебаная! Вот гандона! Бобер, ишь ты! И где я? Ну, судя по всему, я сдох где-то там, да? О, скотина. Вот такие скотины эти бобры. Но пока поищем мой дом. Где мой дом? Ну, мой дом, судя по всему, где-то в той стороне. Сейчас найдем. Так, ладно. Вроде я тут.
Вот и нашел свой я трупецкий. Вон он зеленым горит, только бобров тут поблизости не было, а то пизды же дадут бобры. Бобер. Блять. Меня сожрал бобер. И это круто. Так, ладно. Ну нахер. Когда я шел сюда, я видел много живности. Я видел много жрачи. Скотина 45 уровня. Так. Вон на той стороне есть жрача, которую можно пожрать. Я считаю, то ж моя прямая обязанность добыть кожу вот с того игуанодона, гандона. Блять, ты чё? Уходи. О, круто. Я думал, в этих водоемах нет хищных рыб. Окей, вот и мой улов, в принципе. Нихера она страшная. Блин, топор чинить надо. Ничего. А, ты Хос-Хопс. Так, ладно, мы тебя подожжем. Я тебя на мясо пущу. Иди сюда. Иди сюда. Давай сюда иди. Давай, я тебя запинаю тут до последнего. Вот тебе еще в придачу огонька. Оу! Ах ты гандон, это мой. Я вас всех завалю. Давай, иди сюда. Давай сюда иди. Долго будем? Скотина неблагодарная. Да я тебя зашибу, я 65-го левела. Ой, ты 69-го. Иди сюда. Сгори, гнида черножопая. Я думаю, нам надо было убавить немножко музыку. Ну, вот, примерно где-то так. А то она нам будет мешаться. Так. Да, тяжело было. Я просрал игуанодона. Ну, хопса этого. Вроде дилофазавра прибил. Мясо есть. И кожа есть. Отлично. Мне ведь нужна была только кожа. Ну, Додо. Это ирония судьбы, прости. Но тебя надо убить. Давай, Додо. Расслабься. Так, отлично. На что у меня хватает? У меня хватает, в принципе, на штаны. Да, лучше штаны оденем, да, будем так как-то посолиднее выглядеть. О, мужик. Так, где бы еще мне найти кого-нибудь? Так, а вот моя новая цель. Чем бы тебя отрубасить? А, Дуду. Да топором, на тебе. Иди сюда, иди сюда. Отлично, только воду не надо. Мясо навел. Могу сделать перчатки. Могу сделать ботинки. Го, ботинки сделаю. Уже что-то темно стало. Притемнело, так скажем. Можешь мне еще эту стену нормально взять? То у меня там две стены фиговые стоят. Даже, может, больше. Уже туманно. Шторм приближается. Надо бы мне проплыть с
сокращать не будем. Раз тут, оказывается, сокращать небезопасно. Пираньи бывают. Да, оказывается, тут бывают пираньи. Так. Давай. К моему дому. Вон мой дом. Бобер, ты чё, мой дом жрёшь? Нельзя трогать мой дом, бобер. Это нехорошо. О, нифига себе, надо запомнить эту дорогу. Или я чё, я боженька, что ли? Я по воде прошёл. Гандона, бобер, бобрина. Так. У нас тут сыро и противно и мокро. И Додо снесла мне яйцо пожрать. Отлично. Так, просмотр. У нас тут уже все есть. Ну что, пожарить это великолепно. Поэтому зажигаем огонь. И да, кстати, мне надо одеть ботиночки. Сожрать яйцо. И разместить новую стену. Раз, новая стена. Так, ну-ка, еще давай. Так, из говна у меня остался вот этот потолок и вот эта стена. Ну, обновлю сейчас ассортимент. Я думаю, надо бы вернуться к этим ебучим бобрам. А ты как считаешь? Давай-ка вернемся к ним. Так, эти суки где-то тут прячутся под водой. Вон их не платим, по-моему. Да, так и есть. Если рядом бобры. У бобров можно спиздить дерево. С охуенным преимуществом. Так, ладно. Бобров рядом нет, го пиздить. Блин, я еще перегружен. Нифига тут у меня. А, да. Го я уже скрафчу. Мне нужна стена. И этот. И потолок. Так, стена и потолок мне нужно. У бобров мы все спиздили, что надо бы нам. Я знаю, у меня перегруз. Это не помешает мне крафтить новые вещи. Отлично. Потолок готов. Остальное сейчас постараюсь доплыть, что ли. Давай, плыви. Так, отлично. Вот и мой дом. Погодка ясная. Офигительная погодка. У нас в АРК. Так. Вот моя новая стена. Смотри в нормальную стену, Додо. Так, и в нормальный потолок. Отлично. Засуну-ка я сюда вот кожи. Это засуну. Додо, надо дать пожарать ягоды, да, Додо? Так, вот тебе орешки. Ёпу мать. Так, вот тебе это. Прокачаем тебе еду, чтобы жрать много не просила. Так, и нам надо бы пожрать. У нас уже рыбка готова, стейки готовы. Все, в принципе, готово. Жарить хочу, не могу. До хрена мясо. Я тем рад. Я тем безумно рад. Оба-на. Сейчас тут через пару секундочек спустится луч. Охрененно я обустроился. Да, круто я обустроился. Подождем мы этот луч, который я нифига не вижу. А вот и Додо. Крутяк. Вот и Додо. Бум. Иди сюда, Додо. Не бойся меня, я тебе добра желаю. Умри, Додо.
Не мучайся, что ты такая живучая? Дудо. Наконец-то. Мне нужна твоя кожа. Ты съебывай отсюда. А, кстати, надо будет тебя приручить. У меня возможность-то вроде есть. У, какой у нас тут красавец, а? Побежали. Я тебя спалю. Скотина благодарная. Вот. А, во-во-во. Фатини спускается кристальчик. Так. Давай сюда. Мне надо сейчас посылку забирать. От инопланетян. Давай, на-ки тебе. Вот ты скотина неблагодарная. Ты умрешь сегодня. Не сомневайся в этом. Ты такой кусок мяса. Симпатичный. Так, что мне надо восстановить? Я к тебе вернусь, кусок мяса мой. И к кристальчику тоже. Давай бегом за деревом, за деревом. Отлично. Мне нужна кожа. Давай, давай, давай. Беги, беги скорей. Вот мой кусок мяса. Офигеть, сколько... Так много с тебя кожи-то, а? Красавецки просто. Чё нас в контейнере? О, мне в контейнере приехала рогатка, значит, копье мне приехало. Пиздата. Факел на сменку. Сигнальный пистолет, ну, давай возьмем. Ну и топор тоже давай возьмем. Крутяк. Так, сигнальная ракета. Рогатка. Рогатка может сейчас будет пригодиться попозже. Когда я кого-нибудь сейчас буду приручать. А приручать я буду кого-нибудь обязательно в случае. Так, что у меня тут еще? Кожа. Так, надо пожрать. Смотрите, инвентарь. Блин, я зажрался. Так, жарь. Жарь, жарь. Мое место. Я даже дровишку подкину. Так. Может быть, сделать термошкаф? Только что надо... Да-да-да. Как это делать? Я забыл. А, там это, втулки надо делать. Тулпу надо будет мне... А потом шкаф. Надо добыть камни. Но сначала... Давайте я... Наконец оденусь. Вот мой торс. Так, вот мои перчатки. Вот моя башка. Отлично. Все просто супер. А где моя башка? Я же бошку тоже стал крафтить. Где... Я же тоже бошку-то начал крафтить. Чё мне бошку-то не скрафтил? О! Наконец-то бошку мне скрафтить. Так, все. Солидно я теперь вот так вот выглядеть стал. И это хорошо. Хм. Ну... Гоштоль, за камнем сходим. Какой могучий трайк, а? Какого ты 30-го? Иди нахер. Так. Надо мне сделать тулпу. Сейчас надобываю камни, а я ведь знаю тоже с моим уровнем не могу. Да хрена, что сейчас сделать в одиночку.
Я же играл раньше. Играл. Выживал, но у меня ничего не осталось. Я начал выживать заново. Один. Без племени. Я уверен в том, что у меня все выйдет. Отлично, на эту штуку у меня уже хватает камня. Над кожей. Дом взять. Вообще идеальная зона, мне нравится. Водоемы, по крайней мере, ну, почти безопасные. Можно спокойно плавать, ловить рыбку. Нравится мне эта зона, шикарная зона. И живность так не подводит тоже. Это круто. Так. Ага, точно. Я сюда убрал кожу. Делаю тупо. Так, все супер. Разместить. Идеально. Тупо с коксом есть. Пожарем напоследок, ну чтоб меня чувак завтра жрать не просил. И тут у меня что? Ну, почти приготовилось. Ладно, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась эта серия ARK Survival World. А в следующей серии, возможно, я буду делать свою территорию, свое ограждение. И, может быть, вскоре мы приручим птеродактиля. У меня есть на это возможность. Позволяет уровень. Ну что ж, дорогие друзья. Яйцо снесли. С вами был Тутемпал. Всем удачи, всем пока.